Очень многие люди передавали с нами свои соболезнования, свои слова сочувствия. Многие люди су нам полазити овамо приносили своје саучешће и саосећање. Это не единственный венок. Для того, чтобы мы успели сюда, то не единый венец. Мы попросили нашего председателя Газпрома, самой большой компании в мире. Мы замолили председника нашей компании Газпром, največе компанија у свету, чтобы он дал нам самолет. Да нам да авион. И сегодня его венок тоже здесь, и Алексея Миллера. И его венец є овде Алексея Миллера. Конечно, если бы была возможность такая, самыми большими деньгами, выкупить там, на том свете, нашего друга, мы да. бы их не пожалели. Да постоје те паре, тај новац, да откупимо нашег друга с оног света, мы не бисмо жалили, но да дамо тај новац. Святой Отец знает, что, к сожалению, это невозможно. Али знамо да то није могуће. Поэтому я хочу от имени всех нас сказать... У имя всех нас желим да кажем вечная память, вечная слава. Когда умер Борислав, все российские каналы, все российское телевидение, когда е Борислав умро, сви русские телевизийские каналы об этом сказали. Су то пренели. Потому что после того, как умер Слободан, ер после Слободанове смерти, а нам тоже пришлось провожать его в последний путь. Исто смо тако и него пратили на последний путь. То Борислав, конечно, подхватил это знамя. Борислав е преузео ту заставу. И сегодня мы хороним, и данас, конечно, великого сина Сербии и Черногории. Великог сина Србије и Црне Горе. Или как он говорил Васојевича. Или как он говорил Васојевича. Но и большого друга и сына России. И великого приятеля и сына России. Вечная память. Уважаемые друзья, я представляю здесь Государственную Думу Российской Федерации, Российский парламент. Дорогие приятели, я представляю Державную Думу Русской Федерации, Русский парламент. И одновременно Коммунистическую партию Российской Федерации. И одновременно Коммунистическую партию Русской Федерации. Я хотел бы зачитать вам официальное послание одного из руководителей Российского парламента, Ивана Мельникова. Желим да вам прочитам обраћање једног од подпредседника Државне Думе Ивана Мельникова. Оно адресовано председателю Народной Скупщины Республики Сербии Стефановичу. Оно је адресовано на председника Народне Скупщине Србије Стефановичу. Уважаемый господин председатель. Поштовани господине председниче. Позвольте выразить искреннее соболезнование дружественному сербскому народу. Дозволите ми да изјавим саучешће пријатељском српском народу. Депутатам Народной Скупщины Республики Сербии. Посланницима Народной Скупщины Республики Сербии. В связи с уходом из жизни видного государственного деятеля Югославии Борислава Милошевича. Поводом смерти угледног державног руководиоца Югославии Борислава Милошевича. Он был патриотом своей родины. Он је био патриота своје отачбине. Большим другом Советского Союза и России. Великий приятель Советского Союза и России. Обаятельной личностью и высоким интеллектуалом. Шармантная личность и высокий интеллектуалец. Светлая память об этом выдающемся человеке. Светло сечание на овог истакнутог човека. Сохранится навсегда в наших сердцах. Увек ће остати в наших сердцима. В памяти всех, кто имел счастливую возможность личного общения с ним. У сечанью оних, кои су имали сречную могучность, да лично са ним буду у контакту. Подписал первый заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Обращение подписал первый заменник председника Державной Думы Русской Федерации. Иван Мельников. Иван Мельников. Я хотел бы также зачитать вам послание Коммунистической партии Российской Федерации. Желим исто да вам прочитам обраћање Коммунистичке партије Руске Федерације. Центральный комитет КПРФ с глубоким прискорбием воспринял печальную весть. Центральный комитет КПРФ дубоко је, са тугом је примио весть. Об уходе из жизни известного политического деятеля Сербии и России Борислава Милошевича. О смерти
istaknutog političara Srbije i Rusije Borislava Miloševića. Мы знали его как выдающегося сербского патриота. Познавали смо га као истакнутог сербског патриоту. Вся жизнь и деятельность которого была посвящена укреплению международного авторитета в Югославии. Чиј читав живот био посвећен јачању међународног ауторитета Југославије. Защите ее суверенитета и территориальной целостности. У одбрани њеног суверенитета и територијалне целовитости. Мы знали его как блестящего дипломата. Познавали смо га као истакнутог дипломату. На посту посла Югославии в России он очень много сделал. На положаю, на функции амбассадора Югославии в России многое урадио. Для укрепления дружных связей между нашими странами и народами. За ячание приятельских веза измеѓу наших земалја и народа. Он был другом нашей партии. Он е био пријатељ нашој партији. И мы всегда могли положиться на его мудрые советы. И увек смо могли да рачунамо на његове мудре савете. При оценке положения на Балканах и в мире в целом. У оцени ситуације на Балкану и у свету. Борислав Милошевич был душой российского движения в защиту жертв Гаагского трибунала. Он читавом своем душом био член русского покрета за защиту жертв Хаагского трибунала. Он был умным, обаятельным собеседником. Он био шармантан и памятан соговорник. Коммунистическая партия Российской Федерации скорбит. Коммунистическая партия Русской Федерации жали. По поводу ухода из жизни этого выдающегося человека. Због смерти овог истакнутог човека. И передает свои искренние соболезнования родным и близким Бориславу Милошевичу. И преносли свое искреннее соучеще близкима и родбини Борислава Милошевича. От себя лично добавлю. У свое личное имя желим да додам. Он был моим другом. Да е био мой приятель. Он был другом моей семьи. И моей породице. И мы глубоко скорбим по поводу ухода нашего друга. И тужни смо због одласка нашег пријателја. Нам трудно говорить о нем в прошедшем времени. Тешко нам је да у прошлости говоримо о нему. Для нас он остается таким же красивым, молодым и сильным, как он на этой фотографии. Он ће увек остати за нас таков леп и снажан, као што је на овој фотографији. Но с нами остается Миланка, с нами остается Светозар. Али са нама остају Миланка и Светозар. И память об этом выдающем человеке остается в наших сердцах. И сечание на овог истакнутог човека остаће вечно у нашим срцима. Спасибо большое. Спасибо большое. Хвала.